Дорогие друзья, товарищи, собрались, взяли бутербродчики, воду тоже взяли. Откуда вы знаете, Геннадьян? Ну, если прошлый влог смотрели, знаете, приехали в ресторан, где подают очень вкусный спайси, острый суп с морепродуктами. Ну и роллы тоже будут в ролях для нашего хорошего, доброго оператора. Я все вместе сказала хорошего. И как будто немноголюдно. Это уже хороший знак. Thank you so much. Do you want something to drink? Water, please. Water. В прошлый раз тоже здесь сидели. Че? Если вы помните меня в этом фоне, это значит, вы с нами были. Thank you so much. We changed our place again. No worries. Thank you. That's the menu, okay? Oh, that's the menu. That's the picture, and this one is the text. Oh, okay. So we need to just, okay. Okay. Заказываем по новому методу. Это их меню. Будете смеяться на нас, но мы не знали, как скан сделать, чтобы узнать их меню. Оказывается, нужно было ап взять, с помощью которого вы сможете, в общем, глупость. И меню вот такой. Скажем, вам нужны или большие очки, или нужно сначала видеть название, скажем, какого-то блюда. Но картинок тоже нету. Ну, я здесь Арам нашла по их веб-сайту. Подождите. Может быть, и картинки найду. Ужас какой-то. Не знаешь, не видишь, что заказываешь. А мы любим видеть. Смотреть на то, что будем есть. Здесь тут тоже нету pictures. Будем заказывать вслепую. Догадываться, что будет, как будет. Ну, я просто скажу, что я сюда пришла, чтобы спайси суп есть. Спайси краб мисо суп? Нет, не это был. Там машрум тоже были. Спайси. Как же трудно нам приходится порой в этой ресторанной суматохе. Окей, что-нибудь найдем. Такое разнообразие у них. Очень много. Ну, так хочется приблизительно узнать, о чем идет речь. Окей, спрошу у официантки, какие ваши самые любимые роллы без Филадельфии? Не любим крем-чиз в суши, по-моему, это чересчур. Не любим. А суп? Какой-нибудь спайси суп. У них все супы, по-моему, хорошие. Я один пробовала. Мы такая, можно сказать, как говорили, слово есть. Но мы очень далеко из реальности. Надо было камеру просто поставить на эту штуку. И сверху поп-ап делает какой-то сайт. И выбираете меню. И там есть pictures. Ей! Счастливые! Она подошла, говорю... Подошла с ручкой, я думала, нужно им написать, что мы хотим. Есть ресторан, которым нужно текстом, то есть онлайн-ордер делаете, они приносят к вашему столу. Подошла, спрашиваю, мы по-человечески будем заказывать, потому что увидела ее с ручкой, с тетрадкой. Говорит, что это значит? Говорю, вы к нам подошли, ура! Окей. Так и сделала. Ей сказала, ваши любимые роллы к нам на стол. Посмотрим. Говорит, какую рыбу вы любите? Говорю, какую вы любите? Такую мы любим. Упс, палочки. Нехорошие. Попросим хорошие. Суп напомнила, описала. Сказала, я здесь была где-то там летом в Новом Афоне. И суп был такой спайси. Там были... Mushrooms и seafood. Разные такие, не знаю, октопус, ракушки, макушки.
Она сказала, я знаю, вы о чем говорите. Сказала, если вы знаете, о чем мне уже еще продолжать. Все, принесет. Okay, thank you. Thank you. Oh, you got two soups? Oh, Vinashiri? No, he's not eating soup. I'm sorry. Okay. I thought I'm okay. So sorry. Это какой-то ролл, не знаю, это по ее выбору. Здесь рядом муж, наверное, не хочет это видеть, слышать. Жареный лук. Поздравляю вас. И что там внутри, уже никто не узнает. Но вижу сальмон, сверху кажется yellowtail, jalapeno, перец, авокадо есть. Рис, завернут в рыбе. Очень интересный. Давайте попробую для вас быстро. Соевый соус. Совсем невнимательные стали. Это пипеткой. Пипеткой налили. Еще, наверное, 5. Ил-сос надо попросить. Сегодня закончу, обещаю, чтоб тебе тоже было видно. Видишь, какая начинка? Для него я должна сначала попробовать утвердить, что он это съест. И потом он ест. Вкусно. Очень вкусно. Перец съела, даже не почувствовала. Глотнула, значит, экинэджан. О, как вкусно, Арам. Интересна его реакция, и вам тоже, думаю. Чуточку кислое что-то, наверное, панзу соус. Но вкусно? Мог бы быть вкуснее, если бы постарался. И мог бы быть вкуснее. Это мы суши говорим. Очень свежий. Очень свежий, ага, хороший. Это для моего супа принесли. Мужу тоже принесли. Думали, он какой-то человек, который ест суп с морепродуктами еще. Нет, он более ролловый. Это мой прелестный суп. Официантки приходят и быстро убегают. Наверное, мы чуточку страшные. Хочешь что-то попросить, она уже убежала. О, я не этот суп ела, кстати, несколько лет назад. Но на вид не этот. Что там? Надо это сверху посыпать, как я поняла. Анян, зеленый лук и простой жареный лук. Thank you so much. Appreciate it. Не знаю, что там. Это ил-сос для мужа. Он больше ил-соса ест, чем суп. Знаете эти кружочки? Не знаю, переведите. Кальмари. Что там еще? Mushrooms, унаги mushrooms, по-моему, или умами. Там столько всего, вы не представляете. Давайте еще немножко жареного лука и буду пробовать. Крабмит там есть, креветки тоже есть. Это что у нас? Подождите. Палочки возьму и будем ковыряться в нашем супе. Ну, хотим знать, что там такое, да? Машрум такой красивый, грибок. Маленькие совсем мини-креветки, малюсенькие. Соус хочу попробовать. Ох, такой суп в холодную погоду.
такой уют придает. Это кто у нас? Гриб или морепродукт? Идите, думайте. Продукт. Thank you. Это, если не ошибаюсь, три вида рыбы. И авокадо, и завернут в маленькой икре. Маленькой икре. От рыбы. Маленькие яички от рыбы. Завернут в это. Мам, хочешь попробовать для тебя? Очень хочу. Такие большие роллы. Огромные. Да, там тунец, yellowtail, авокадо. Кажется, там васаби находится. Окей. Очень большой ролл. Предупреждаю. Закройте глаза. Ты бы камеру выключил, чтобы я как будто очень быстро и аккуратно, без открытия рта, съела такой большой кусок. Очень свежий ролл. Вкусный очень. You? Do we have anything else on our order? Nothing? Oh, okay. Ну, мы не знаем, что заказали. Спрашиваю, у нас еще что-то намечается. Это soy paper, соевая бумага называют. Там краб, если не ошибаюсь, и рис. У него очень такой интересный вкус. Сейчас смотрите, в отличие от меня, этот огромный кусок, он съест без каких-либо утруждений. А там уже рекламу сделала твою. Видите, даже дело мастера боится, называется. Нравится. Могло быть лучше. Не знаю, что и сказать. А, этот попробуй. А ну-ка, давай-ка. Плясать выходи. Выглядит такой невинный, да, этот ролл? Как приятно птички поют. Это горячие. О, горячие? О, я бы не подумала. На вкус, да? Невинный? Нормальный, но хороший. Хорошо, окей. Уф. Буду наслаждаться. Завидую. Как они умудряются так вкусно такой богатый суп сварить. Я, наверное, не сумею. Не сумею догадаться, что же там находится. Полный какой-то состав. Эти маленькие грибы. Нежные. О, лобстер тоже есть, кажется. Видите, да, пальчики бедного. Очень вкусно. Запиваем бульоном. И убеждаемся, что счастье есть. Thank you. Thank you so much. Запеченный black cod. Окунь, по-моему. С коричневым рисом. Это хочу для тебя попробовать, Аря. Так сомнительно выглядит, да? Чуточку. Такой нежный, сладкий ролл. Понравится тебе. Вкусно. Опять нам интересно, понравится ему или нет. Может быть, сладость чуточку тебя притормозит. Но этот соус уже сладкий, Аран.
дайте человеку выбрать, что он хочет есть. Я просто забочусь. Какой? Как будто шоколадный. Шоколадный ролл. На вид тоже похоже. Ну, сладкий рис от этого, по-моему. И, наверное, терияки. Или илсос. Кукуруза есть там? Не знаю, я кукурузу не почувствовала. Я, наверное, тебе оставлю эту сладость. Я больше сторонница кисло-спайси. Смотрите, что за богатство там в этом супе. О, нудл тоже есть, совсем забыла. Муж говорит, кроме меня в твоем супе все есть. Дразнит, как будто он в жизни, всю свою жизнь, если съел суп, там должно было быть видно только максимум три ингредиента, скажем, вода, чечевица, вода, фасоль и, может быть, там еще что-то, зелень-мелень. Но чтобы такое съесть, он голодным останется, не съест. А, если очень голодным останешься, съешь. Думаю, очень вкусно. Шпинат тоже есть там. Я еще лист можно написать. Все, сколько всего там положили. Вешенки тоже есть. Вид машрум. Ойстерс. Ойстер машрум. Не ойстерс. Мне бы такого супа хватило. Сидеть, насладиться и быть довольной. Но очень хотите, чтобы это тоже попробовала. Я знаю, чувствую, чует мое сердце. Это даем. Не смогу это доесть, суп. Почти наелась. Знаю, впечатление, что я постоянно что-то ем, не наедаюсь. Куда это уходит, эта еда? Я очень мало ем, честно. Прям хочу сил-соус. И чуточку сой-соус. Нежный ролл очень. Очень лайт. Легкий. Вкусно. Но не это. Очень много сыра с хлебом должен съесть. Знаете, да, это поговорка на армянском, если говорят, ты все равно не достигнешь его уровня, скажем, тебе надо очень много хлеба с сыром съесть, чтобы достичь чего-то или кого-то. Сейчас этому хлеб с сыром надо подать чуточку, чтобы дойти до супа. Ох, Арам, хочешь бульон только попробуешь? Нет, не хочешь, острый. Жалеем его желудок. Это вы говорите. Спасибо за доброту. Видите, какой голодный был, все съел. Последний кусок доедает под звуки ваших аплодисментов. Наконец-то наелся наш дорогой. И Геннадьян, почему его не кормили? Но я его на интервальный посадила. Раньше к выходу не смогли ничего есть. А уже после было поздно, были голодные. А вот этот супчик никак не могу доесть. Даже плакать хочется. Но плакать не будем. Будем радоваться, что что-то смогли, съели. Не жалуемся. Так, чуточку погуляю в супе. Поищу маленький. О, эти машрумы. Такие милые их.
Кушать не хочется, смотрите, малюсенькие такие. Я тебя сейчас съем. И думаю, завершим нашу трапезу. Наелись. Что ты еще хочешь? Он не такой уж кашалот. Но если бы еще один ролл был, съел бы, чтобы не выбросили. Да. Видите, не надо, чтобы еще один ролл был. Так наедаешься и как будто уже готов к взрыву, к лопанью. А лопаться нехорошо. Это интервальная диета или голодание. Называется голодание, но прочла в комментариях, лучше писать. And some water, please. Thank you. Что лучше это назвать не голодовкой, а питанием интервальным. И очень правильно. Но по-английски тоже fasting называется голодание. Это голодание не позволяет, ну, наш опыт говорит, очень много чего-то съесть. Иногда получается, что голодаю вчера вечером. Я и муж такие голодные были к 8. Но позавчера сын тоже с нами делает такую интервальную голодовку. И мы все трое оказались на кухне где-то к 10 часам. И у нас у всех в руках были стаканы с водой. Так разговариваем, воду пьем, разговариваем. И потом начала разговор о еде. Сына спрашивала, что ты сегодня с другом ел? Thank you so much. Appreciate it. Thank you. Да, говорит, что же он еще ест? Hot wings. Hot wings называется, как будто острые крылышки, но это не крылышки. Мягкое мясо, говорит, просто изготовлен, как готовят крылышки. Spicy. Очень острый. Говорит, я это ел, говорю, вкусный был. Говорит, ну да, вкусный, конечно. Говорю, с фрайзом, с картофелем. Говорит, да, говорю, картофель вкусный был. Да, мам, очень вкусный. Потом говорю, давай перестанем про еду разговаривать и наберемся мужества и приготовим эти курочки. Ну, сначала ему сказала, окей, в следующий раз, когда там будешь, маленькую порцию для меня возьми. Я бы в жизни такое никогда никому не сказала. Забери мне крылышки. Я дома очень редко съем какую-то уличную еду. Я его попросила, чтобы он принес мне уличную еду. Потом говорю, нет, давай наберемся мужества, приготовим эти крылышки. Он знает, на армянском, но на английском канале готовили, по-моему, на англоязычном канале. Так что договорились, ждите очень острых куриных крыльев. Пока нет, потому что еще надо. Такой процесс длительный. Сначала перцы надо какой-то маринад сделать, замариновать этот острый соус. В общем, длинная история. Но хорошо подготовимся и к вам на подачу эти крылышки. Ну, неправильно сказала на подачу. Но видите, ни вино не выпила, ни саке не выпила и что-то не то сказала. Так что не всегда это от вина. Так что не вините меня. Иногда люди странные скажут, связывают, скажем, что-то неправильно сказала, связывают это с тем, что я вино выпила и не смогла как будто в трезвом состоянии что-то сказать. Я замолчу или промолчу про таких. На армянском есть слово «какие вы сахманапак». Очень limited, ну, очень короткое такое интервальное мнение у вас, если правильно выразилась, нет? Я такая уже, родилась такой, неординарной. Проверим наш чек. $90, 89 копеек.
уже... О, синтакс 9%, 9,5%. Я же знаю, в прошлый раз где были про налоги говорила? В некоторых местах 8 с чем-то процентов налог забирают. В некоторых местах 9,5%. Я уже совсем захарнобелась. Ну, я помнила, с 9 что-то было связано. Ох, хочется домой. Там у нас сладкая посылка. Интересно, какие у них десерты. Я боюсь пробовать. Если в десерте тоже такое количество ингредиентов будет, с ума сойдем. Я думала, это на свежем воздухе. И на свежем воздухе, и вокруг все закрыто. Все места превратили в кабинки с прозрачными этими. Ох, в надежных руках. Двигаемся вперед. Самое светлое, независимое будущее. А, на кару, мы с чем на кару. Начинаем сначала. Погода у нас мечта. Не холодно, не жарко, не ветрено, но есть ветерок. Как называется эта погода? Погода мечта, так называется. Это вы говорите. Ох, а в каком городе находимся, пожалуйста? Шарманокс. Шарманокс? Неважно. Студио Сити или Шарманокс. Ох, какая грязь здесь, смотрите. Зачем вы это нам показали, Геннадьян? А мы все показываем. Реалити показываем. Что есть, то и показываем. Писали, зачем показываете? У вас настроение плохое или еда была нехорошей? Зачем вы нам это показываете? Извините, конечно, отвечаю я. Мы показываем все, что есть. Если у меня чуточку настроение не такое, я же не могу притвориться, что мне очень хорошо, если чуточку чем-то расстроена. Или если невкусно, говорю невкусно. Я делюсь всем, что есть. Не могу все на как будто золотой скатерти подавать. Что-то в этом роде. Все, что есть, то и делимся. Я про это рассказывала. Уф, а вам сейчас вот уже жарко. Включай кондиционер. 77. Хорошую. 77 Фаренгейт. Это сколько градусов? Уф, опять начали вопросы. Подождите, сейчас соединимся и скажем. У него уже на Цельсиус 23 градуса Цельсиус. Тепла. Не холода. Плюс, не минус. Ну, что еще хотела сказать к этому? Не помню, но что-то с погодой было связано. Окей. Хотела сказать, пока вы тут искали Геннадьян, мы у себя посмотрели, сколько 77 будет в Цельсиусах. Все, конец связи. Отдыхаем несколько минут, не разговариваю, вас не утомляю. Встретимся дома. Благополучно. Извините, видео детей смотрела. В одном доме живем. Видео смотрю, что дочка из клазета убирает. Смотрю, о, это тоже убрала, значит, и это убрала. Но мы в одном доме, могла бы спросить, ну, что хочет, то и делает. Я ее ничего не говорю, это бери, это не бери, это оставь, это не оставь.
Ах, как хорошо доехали домой в целости и сохранности. Пить хочется водочки, рюмочку. Я водку в жизни не пила. Но воду пью без остановки. Очень, я не знаю, что со мной происходит, но вода – это моя часть. Наш мальчик старший. Hi, Therese. Lavas? No, банчика, Therese. Мы будем мусорить, когда нам кино. Ха, 15. Where did you go into? Ой, смотрите. Where did you go to? I went to my special place. Это только nothing lunch, me and papa. Должен узнать. Hi, Miss Lewis. Лавас и Чиз пришли домой из ресторана, сытые. Он любит горбушку. Арка хлеб захотел, принесла, порезала. Муж говорит, дай хлеб съем. Хлеб – это как будто имеет свое уникальное место в нашем желудке. Не имеет значения, мы съели что-то там острое, вкусное или невкусное, если свежеиспеченный хлебушек есть. Это находит свое место, какое вкусное. Два дня в холодильнике стояло тесто. Сегодня что случилось? Вчера ночью сделала тесто, сформировала и положила, половину теста положила в один холодильник, где у меня очень холодно. Этот хлеб, это тесто туда положила. И остальное положила в другой, новый холодильник, который обычная температура холодильника. На 4, если по номерам, у нас по... Так, большой холодильник, старый, на 7 номере, очень холодно. Не знаю, что случилось, выключился холодильник, где 3 хлебушка положили. И весь этот хлеб вывелся из, почти из формы, так поднялся. Такой плоский хлеб, видите? Тесто потеряло свою силу. Так поднялся, что положила в духовку, она осела. И кислая была. Ну, кислый был хлеб. Как хорошо сделала, что еще 3 положила в другой холодильник. Я хотела есть петь, и для дома тоже, конечно. Ну, вот так вот случилось такое с нами. Гнедян, какую интересную историю вы рассказали? Знаю. Кофе ставлю, арам. Посылка, посылка от свекрови к зятю. Что-то в этом роде. Моя мама посылочку сладкую прислала. Десерт хочется.